Ваша карьера в ТЭК. Время действовать. Хотите изменить мир энергетики и стать частью динамично развивающейся отрасли? Поступайте на топливно-энергетический комплекс. Если рассматривать современные тенденции, то чисто экономические знаниями уже никого не удивить. Необходимо развиваться на стыке отраслей. Например, я, будучи специалистом подразделения, отвечающего за расчеты капитальных вложений, являюсь бизнес-аналитиком и одновременно архитектором программного продукта. Мне постоянно приходится изучать что-то новое и применять это на практике. Но самое главное – это люди, с которыми я учился, которые уже на данный момент являются крутыми специалистами своей отрасли, и мы постоянно держим связь и стараемся мотивировать друг друга на развитие как в профессиональном, так и в личном плане. Обучаясь здесь, мы развиваем свои экономические компетенции и навыки публичных выступлений и оказываемся в среде молодых профессионалов в сфере ТЭК. Получая компетенции в области цифровых технологий, потенциальный студент может трудоустроиться на позиции бизнес-аналитика, экономиста, ведущей энергетические и консалтинговые компании, в том числе в компании-партнеры. Многие уже при обучении в магистратуре развивают свои научные интересы и начинают писать кандидатскую диссертацию, а также различные научные работы. Я согласен с тем, что совмещать работу и учебу достаточно сложно, но при должном планировании у вас все получится. Финансовый университет – один из немногих, кто создал направление профильной подготовки по экономике и управлению именно в сфере ТЭК. Это интересно тем, что ТЭК разнообразный, начиная от нефтегаза, заканчивая угольной добычей. То есть каждый может найти, в принципе, то, что ему будет интересно. То есть огромное количество отраслей, огромное количество специальностей можно освоить, получить и в них развиваться. Этим он и интересен. Для меня ТЭК – это больше, чем работа. Это коммуникации, невероятно количество связей, заряженность, энергия и просто отличный карьерный трек. Топливно-энергетический комплекс – это не просто работа, это ваше будущее.